Россия должна встать! Второе. Россия – это мы! О! Ну что, Путин фильм-то посмотрим, порадуется? Скажет, вот это да, Россия наша. Господи, благослови. Сегодня банный день. Так, Володя, ты приготовился никуда? Баня открыта, все? Нет еще. А кто там? Сестры моются. А, сестры. Да. Я еще хотел, как только поедим сейчас, примерно минут 10 займу у вас. Всех до одного научу, как вязать веники. От начала до конца весь процесс. А то вы смотрите, я вижу, он у меня, посмотри, там весь стол. А завтра воскресенье пойдем, все по одному венику возьмем в церковь. И когда выйдем, мы подарим деревенским. Потому что они на кое-что нам принесли. Вот они, венички наши. Посмотри. Ты посмотри, какие веники. Вот такие каждый свяжет себе веники. Я буду показывать, как, а вы каждый будете делать одновременно. Наверное, не знаешь, Володя, почему, когда на компьютере нажимаешь? Планшетик, задеваешь там буквы печатать, вот, она все сразу задевает. Вот приехали Костя и Надя Муха в своей машине. Вот я подъезжаю к деревне Потереевка. Я выехал из детского православного лагеря вон там, среди деревьев. Вот, сейчас посмотрим, у нас тут Надежда Васильевна Лапкина попросила помощников, чтобы ей дали там огороде полоть. Тут тетя Люба Минаева живет. Это поля Игоря Барбаша. Подъедем, вот воры голубушки тут играется. Такая трава высокая в этом году. Господь обильно дал дождей в начале лета, весны. Плюс много снега было. Все просто бурно растет. Даже вон конская телега и то заросла. Сейчас вот подъезжаем, останавливаемся. Оп. Вон голубятя Игнатьевича. Вот. Подъедем и узнаем, чем они же тут занимаются. Наши ребятишки. Калитку за собой закрываем. Вот. Это качели, тарзанки. Тут все для них есть. Турники. Рукоход, о, виднеется, даже брусья, вот так вот все бурно растет тут, все заросло. Вот сейчас мы посмотрим, чем они тут занимаются. Так, чем наш тут лагерь православный занимается? Вот работаем, работаем, ребятишки хорошо работают, молодцы. Да. Так, иди сюда. Это они после перерыва сейчас. Это у вас вода сейчас будет закачиваться, да? Ага. У вас один стоит возле колодца. Да, я сейчас иду в колодце. Ага. Игнатий Иванович сказал, что возле... А можно из ребят кого-то поставить в колодце? Да, только чтобы не прикасались. Просто рядом так, стояли. В колодце что это? Пойдем, я тебе покажу. Пойдем. Иди. Пойдем. Так, всю травку собрать. Паня!
Ну пойдем посюда. Сюда ко мне. Посюда, пойдем. Аня, бегом ко мне. Иди, да. Сваречнику, проходи. Бегом, бегом, бегом. Давай. Не надо. Иди сюда, я бегу. Давай, давай. Смотри. Во, вот это по-нашему. Бегом. Вот и Гаваич тут. Свой мотоцикл у него выгнал. Вот. Вот он здесь находится, видимо. Лисик наш. Так, подходим. Сейчас я включаю, а ты рядом просто стоишь и ждешь. Когда тебе скажут отбой, шланг подсоедини. Вот это, да, к этому. Вовнутрь его засовывай. Давай, посетки сними. Много не засовывай. Вот столько. Сколько засунул? Ну, не знаю, где-то вот столько. Ну, должно хватить. Будешь смотреть за этим. Угу. Сейчас электричество я включаю. К электричеству не прикасайся. Понял. Вот я включаю. Все, насос пошел качать. Твое дело просто рядом стоять. Чтоб тот человек, который там будет закачивать, он не забыл, что у него здесь включено. Вот какой я смысл. Же. Понял? Просто стоишь рядом и все. Можешь помолиться, там еще что-нибудь. Самое главное рядом находись. Шарик, наш шарик, шарик. Вот он наш шарик. А где маленький топорик у нас? А в лагере. Игнать Ильич им ошкуривает березки. Уже забрали. Уже забрали, да, Викинг. Хотел взять как, с собой. Пойдем дальше смотреть, кто там чем занимается. Вот. Это домик Надежды Васильевны Лапкиной. Здесь она живет. Вот Ваня у нас. Одного, чтобы я не разговаривал с другими. Да? И что, это тебе заслугу, ты думаешь? Да. Думаешь, это тебе в заслугу будет? Угу. Понятно. Надежда Васильевна, прокомментируйте, пожалуйста, чем у вас тут ребята занимаются? Ну, одни полят вот Викторию. Пашенька, вот грядку выпала Виктория. Сейчас вот промежуток тяпает травку убирать. Никто, кто так убирает? С этой стороны становись, неправильно. Нет, куда ты? Вот, посмотри, Паша, вот трава, да? Угу. А ты отсюда эту травку сюда. Угу. Разве это правильно? Нет, ты куда ты? Вот так. Нет, ты не понял смысл. Отсюда ты идешь и тяпку берешь вот так уголком, чтобы вот туда удобно было. Отсюда идешь туда. То есть где у тебя очищено, туда ты должен загребать. Да, вот на очищено. Вот травочка сюда идет, да? А это ты идешь ее рубишь. Именно вот уголком. Понятно? Чтобы оно вырывалось с этим. А здесь вот видишь, где-то взошла. Фрося, ты работай. На Сунька варяйся. Фросенька! Ой, как она. Медленно работаем, медленно. Ты, Павлушенька, что делал? Уже грядка пропала. Здесь. О, вот это у нас по-настоящему. То есть резкий удар нужен. Викторию. Так, а кто еще у вас тут есть? Вот там чеснок они пропололи. Ваня прополол. Вот сейчас будете потом ягодки кушать. Пальчиками так не берем. Мы берем под корешок травку, чтобы вырвать ее. А сверху как мы пальчиками берем? Сели так. Одной рукой так Викторию выбрали. Убрали, другой рукой вот травку вокруг нее вырываем. Вот к самому корешку раз, раз, и она пошла. Смотрим. Она легче выдирается. Викторию, чтобы не задеть. Вот так вырываем. И травочку кладем здесь же. Не надо ее выбрасывать никуда. Зачем вы мне выбрасываете траву? Вон, ну-ка поднимись, кто здесь? Ты выбрасывала или ты? Нет. Вон, соберите мне травку эту всю там. Вы прямо эту травку на Викторию. Зачем? Зачем? Здесь же ее кладете около Виктории, чтобы земля не высыхала вокруг. Мы сейчас ее прольем, воды наберем и прольем хорошо Викторию. Где красная встречается, смотрите аккуратнее.
Не топчите мне Викторию только. Посмотрите, как уже. Да, посмотрим, кто у нас там дальше чем занимается. Так, Арсений у нас, чем он тут занимается? Арсений, чем ты там занимаешься? А что именно? Какую культуру-то? Чеснок. Чеснок? Зарос весь чеснок, да? Вот так вот сорняк, что значит его не выпалывать. Это как наши недостатки, точно так же. Грехи наши. Если их не выковыривать, они все разрастаются больше и больше. Так, дальше посмотрим. Так. Вода идет? Леонида у нас смотрит за водичкой. Да. Как катка наполнится, бочка, в другую бочку переведешь. Так, я пошла свою грядку полоть. Я всем указания дала, сейчас я иду. У меня морковка. Вот, хорошо. Ну-ка покажи струю воды. Подними шланг. Морковочка-то чумена. Водичка. У меня были дела в парне. Вот морковка. Видишь, как и морковочка плохо, вся заросла. Да, без хозяина все пропадает. Была. Что такое? Мы поливали, приходили. Может, не так часто, как надо, но поливали. А ее часто. Утром, вечером. Утром и вечером. А, нет, так мы не могли. Потому что она не закрыта была. Ну, самих-то через день только. Видишь, как она. Она бы уже должна быть побольше. Она раз сухая, горит. Дождей нет. Ливия! Да? Ну что, перерыва-то нету еще пока. В кучке не сидим, а ну разошлись. Одна с этой стороны, другая с той стороны. Быстренько отошли друг от друга. И не разговариваем. Лея, сюда беги на этот край. Вот с этого края. Прося, возьми другую полоску. Они как место разговоры. Никаких разговоров во время работы. А? Сейчас тебе я там гостинчик привезла. Да. Он вкусненький этот гостинчик. А? Он вкусненький этот гостинчик. Ну конечно. Так, Ванечка, медленно работаем, медленно, побыстрее ручками шевели. Молоденький такой, что же так, а? Такой он и есть. Да, с ней надо бороться. Только не в лежащем положении. Ну вот, слава богу.